Dinav Azat Halimcan uğruna verildi. В этом году церемония награждения лауреата приурочена ко Дню народного единства. Мы отмечаем высокую роль институтов гражданского общества в созидательном развитии республики, в сохранении межнационального, межконфессионального мира и гражданского согласия. Реализуемые вами проекты имеют большое общественное значение. От всей души поздравляю вас заслуженными наградами. Награда – это всегда отметка какого-то уровня. Вместе с тем, это большая ответственность, потому что награду не вручают просто так, и важно эту планку держать и соответствовать полученному статусу. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.